Какое бы дело вы ни начинали, предоставьте вашему творчеству безграничное пространство и воплотите ваши идеи в реальность вместе с партнером, который в любой точке мира всегда рядом с вами. Этот партнер – мы. Мы довели до совершенства функциональность окон и дверей. Мы осознали, как важно закрыть окна и двери надежно. Или как открыть их в нужный момент. Мы мыслим комплексно, охватывая надежные системы менеджмента управления зданием. Мы по праву гордимся, если наша продукция надежно служит долгие годы. В лице группы предприятий Греч Юнитас и брендов ГУ, БКС и Ферка вы приобретете лучшую партнерскую команду для движения в направлении индивидуальных решений. Наши изобретатели черпают опыт из более чем столетней истории компании. Уже в 1924 году мы подали патентную заявку на сдвижные двери, а в 1938 году круглый запорный цилиндр совершил революцию на рынке. И мгновенно наша продукция покорила мир. Наши идеи успешно внедрились даже в экспедициях на Южный полюс и в Гималаи. Такие продукты, как Триматик и Jet-77, продолжили историю успеха. По сей день мы остаемся верны традиции поиска новых решений. Наши сотрудники ревностно сопровождают инновационные проекты и находят решение любой проблемы в диалоге с разработчиками. При этом не важно, о каком производстве идет речь – единичном или крупносерийном. С тем же пристрастием мы оказываем поддержку в интеграции наших продуктов в текущее производство. Мы отлично знаем ваши потребности, так как мы говорим на вашем языке во всех наших филиалах, на всех континентах мира. Точно так же наш сервис базы данных «Фурнитуры» отвечает требованиям серийного производства. Слагаемые надежности продукта – это перспективное мышление, диалог с производителями и конечными потребителями, а также безупречное качество изготовления. Для этого у нас есть настоящая команда, в которой каждый на своем месте. Мы работаем сплоченно, каждый день, повсюду. Это значит, каждый вносит свой вклад, свой опыт и свои идеи для постоянной оптимизации производственного процесса и повышения качества и эффективности. Каждая идея направлена на усовершенствование продукции. Мы передаем друг другу опыт и ноу-хау. Это не менее важно, как и наше высокотехнологичное оборудование. Каждый сотрудник осознает свою ответственность за то, чтобы наши продукты не подвели не только в нужный момент, но и всегда надежно и безотказно функционировали на протяжении поколений. Не зря группа предприятий ГУ является лидером на рынке многозапорных замков и явным экспертом в области антипаниковых замков. Отлаженное производство означает для нас не только безупречный крупносерийный выпуск продукции, но также и умение по индивидуальным заказам реализовывать малые серии и специальные решения в кратчайшие сроки. Постоянный контроль производственного процесса гарантирует высокое качество нашей продукции, так как мы производим продукцию там, где разрабатываем и контролируем ее. Неоспоримым гарантом качества является также тот факт, что все инструменты мы изготавливаем сами. Наши производственные предприятия в Германии, Франции и Словакии успешно достигают этих высоких целей. Каждое производство имеет свои преимущества, и вместе
мы сильная команда. Достижения в вопросе управления качеством на нашем производстве дополняются испытаниями в собственных лабораториях. Инновационные продукты или серийное производство – все должно отвечать высоким требованиям, за которые мы в ответе. Вы можете доверять нам во всем – от простого компонента до комплексной системы. Высочайшее качество – это наличие безупречного изделия в нужное время, в нужном количестве и в нужном для клиента месте. Будь то единичный товар или целая партия, мы гарантируем сервис точно в срок от заказа до поставки. Повсюду, для каждого клиента. Мы в ответе за наш продукт. Это значит, что мы рядом с вами не только при планировании, но и длительное время после. Мы понимаем вас, потому что мы говорим с вами на вашем языке, потому что мы рядом с вами в любой точке мира. Это наше отличие. Мы достигаем совершенства каждый день, повсюду, для каждого клиента. Группа предприятий «Греч Юнитас». Превосходство системой.